Привет, с вами мистер Андреа за 4-5. Мы играем в замечательную игру под названием SimCity. Это первая серия прохождения SimCity. И в этой серии я хочу построить, будем строить туристический город пока что. Но стараться и построить. Я выберу такую местность. Да, без вас. Но я думаю, что Мобизон не будет. Нельзя с Мобизоном будет редактировать. Но я выберу. Самая туристическая местность, которая рядом с водой. Просто хочу посмотреть. Курорт или где-то? Водный транспорт. Нету. Вообще строим все вообще. Ветер туда. Значит, здесь завод. Ничего сразу, что такие затемнения. Я не знаю, почему они. Из-за чего. Но я могу на видео поднять контрастность. То есть цветовую гамму, все такое. То есть не беспокойтесь. Может, видео будет даже. Ай! Красивее. Ай, это я ничего не. Сделаем маленький домик. Город. А вот здесь будет все. За 16 часов я стал банком. Кстати, прикольная такая. Нужно будет посмотреть, как делать это в нормальном видео, но именно вот этот моментик. А, я знаю, хотя как сделать файлы, как контрастные видео. Где же жители? Где же жители? Офигенно, смотри. А жителей и нет. За 16 часов такое. Каждый житель, то есть 12 жителей. Честно, я увеличу скорость. А время съемки я даже не могу посмотреть. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Вот. О, жесть. Алкоголик.
построить, обеспечить город энергией и разместить там правительство. Смотрите. Я еще и президент всего этого округа. Не знаю даже. Этого региона. Скотиш. Регионы Скотиш. Назови город. Бухта. Давайте я назову развлекалка. Мне название городов. Санкт-Петербург, бла-бла-бла. Вы поняли, все русские города. Посмотри, где нефть все такое. Уголь. Нефть. Ой, железо. И нефть. Прямо вот здесь самое то. Аккуратно сносите. Я ее. Я ее уберу в другое место, потому что я хочу, вы знаете, что делать. Нефтяной магнат. Идея какая, ай, город. Нефтяной магнат. Во как буду. Вот двигайся. Извините, зарядчик. Зарядчик, у вас скоро будет энергии. Вы могли заменить этот палец мой. Быстро простройтесь. Если доход будет падать, я сразу что-то другое буду строить. Просто уголь что-то одобрим. Во, видите? Понятненькие, ясненькие. Барли. Всем не нравится. Это нефтекачалка. Нефть. Это жизнь.
все. Уже денег нету дальше. Странно. Так, вам не нравится? Значит, парки построят. Все нормально. Вот так вот, радость и радость. О, денег нету, очень мало их. Очень мало, мало, мало денег. А я взял полный грант. Пипец. Все-таки капец. Но нету, ребятки, проблем ни с чем. Я буду заканчивать на этом. И, ребят, если хотите следующую серию, я не помню, говорю, то если она берет 30 просмотров и 5 лайков, то я следующую серию выпущу. С вами был мистер Андрей 45. Ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи. Всем пока. Пока-пока.